Свидетели Айова, чего желаете? Вступить в клуб хочу. Ну тогда для вас задание. Первая песня. Продолжите ее. Ты так красива. Жаль, после пива. Отлично. Теперь вторая песня. Гигуди, гуди, гуди. Ой, обидела груди. Вы приняты. А теперь скажите, что вы будете делать в нашем клубе? Вернее, покажите. Покажу, по минутку времени. Руки уберите, сначала заплатите. Летела, ну чё за дела? Ладно, проиграл так проиграл. Старчил буху. А погоди, это какой? А как есть. Ну смотри, есть обычный, а есть необычный. Давай необычный экзотику. Так! Парни, у нас полуфинал, нам надо что-то показывать. У вас есть что-нибудь? У нас есть что-нибудь? У нас есть что-нибудь? Есть. Есть? Ну так показывайте. Мяч. Так, парни. Я прибавляю жар, ей не хватает дров. Она хочет из пола приготовить плов. Твоей маме зять не нужен. Да ладно, шучу. Кайдыру пойду. Надучу. Так, кто? Я хочу пригласить на сцену людей олицетворяющих нашу команду. Встречайте, братуха. Кентуха, студент, спортсменка, комсомолка и, конечно же, красавчик Вася! О! Ты че с девушками на сцену вышел? Не обессудь, братан, на днях телефон украли. Так они здесь при чем? Они под подозрением. Девушки, за кулисы, пожалуйста, пройдите. Встань на место! Да? Ценностями проплывал и такой алмаз уронил. Это чё за наисочнейший персик, от которого все текут? Вау, чё за Феррари 1812 года без присмотра, салон которого обтянут в кожу мамонта? Девушка, вы такая красивая, милая, нежная, сочная, прочная, умная, упругая, мягкая. Я ее мамонта делал. Ладно, пойдем. Ты на прошлой игре сказал, что будут сегодня смешные команды. Ну, так давай, шути. Ну так сразу. А встречается одна... Так, подожди! Подожди, ты вообще откуда? С велосипеда? Ну и давай, кати педали, пока не дали. Неудачник. Ладно, парни, где Коля? Да, где Коля? Коляк, да ты достал со своим вейпом! Лучше бы курил! О, Вовка, ты чё кашляешь? Заболел, что ли? Ну да, немножко приболел. Так держи вейп со вкусом картошки! Это мне, в смысле, нужно накрыться и дышать, да? Да нет, тебя и так накроет, а! Коля, Коля, убери его! Ты чё? Ладно, парни, хватит уже, давайте, собрались, все как мы умеем, поехали! Что-то я вообще волнуюсь. Да нормально, сейчас навесная передача будет. Даниил, домой! Ну, блин, ладно, пацаны, я пошел. Даниил, Даниил, стой, ну ты хотя бы Wi-Fi оставь, мы тебя попозже занесем. Улыбайся! Я не поняла, вы что здесь устроили? А это кто раскудахтался? Вообще в курсе, кто я такая? Вы вообще в курсе, кто я такая? Вы вообще в курсе, кто я? Врача, врача! Кто я? Что случилось? У нас приступ звездной болезни! КВНщики, вы с ума посходили, я только из МПТХ. Так, расступитесь. Я звезда,
Мне нужно снять с нее ремень. Чтобы ей было легче дышать. Нет, чтобы ее выпороть. Тяжело быть. Так, нужно срочно снизить самооценку. Ты никто. Ты ничтожество. Ты тряпка. Юрий Михайлович, ну что же вы сидите? Поставьте человеку два. Только не в мою смену. Мы ее теряем. Нужен срочный разряд. Разряд обстановки. Надо снять, что прикопилось. Медицина здесь бессильна. Я спасу вас! Что-то как-то неубедительно выгляжу. Вадим! Вадим! Я спасу вас от папа-то! Вот, ну так нормально, так хорошо. Девчонки, поймите, ну вам просто нельзя звездиться. А то будете, я не знаю, ну как позитив, например.